Добрый вечер! Добрый вечер, дорогие друзья! Телеканал «Россия» впервые ведет прямую трансляцию из бельгийского города Хасселька. Здесь сегодня, в одном из крупнейших концертов залов Европы, Этиас Арене, состоится детский конкурс песни «Евровидение». И я, Юрий Николаев, конечно, вместе с вами будем болеть за нашего российского участника Владислава Крутских и его группу «Волшебники двора». Хасселька. Столица бельгийской провинции. И сейчас мы вместе с юным велосипедистом попадаем прямо в концертный зал на конкурс детской песни «Евровидение». В церемонии открытия конкурса участвует цирковая группа из Швеции, мастера пиротехники и ансамбль ударных инструментов из Бельгии. Фантастические декорации, переполненный, удивительно доброжелательный зал, море света, великолепный звук. Все это говорит о том, как серьезно в Европе и в мире относятся сегодня к детскому творчеству. Дамы и господа, девочки и мальчики, ваши овации звездам будущего. Конкурс открывается парадом всех юных участников из 16 стран. Это Греция, Дания, Хорватия, Румыния, Великобритания, Швеция, Республика Македония, Нидерланды, Сербия, Черногория, Латвия, Бельгия, Мальта, Норвегия, Испания. И, конечно, все мы будем болеть за нашего участника. Потому что впервые на детском конкурсе Евровидения принимает участие Россия! Влад Крутских и волшебники двора. Он из Воронежа. Я знаю, весь Воронеж сейчас включили телевизор телеканала «Россия». Я знаю, что сейчас на площади Воронежа установлен огромный экран. И поклонники Влада будут переживать, будут болеть так же, как и мы. Ну что ж, пожелаем удачи всем участникам. Ну и, конечно же, в первую очередь Владу Крутских из Воронежа. Все они достойны нашего уважения, нашей любви и наших аплодисментов. Ну, немного хотелось бы рассказать о правилах детского Евровидения. Песня должна длиться не больше 2 минут 45 секунд. Она должна исполняться на национальном языке страны участницы конкурса. Песни обязаны быть новыми и оригинальными. И их авторами должны быть дети. И самое главное, решать судьбу каждого конкурса будете вы, уважаемые телезрители. Ваши телефонные звонки и СМС-сообщения будут подсчитаны организаторами конкурса. И именно благодаря вам мы узнаем имя победителя. Голосовать можно за всех. А теперь слово ведущим конкурса Маурин и Марселю. Добрый вечер, Бельгия! Добрый вечер всем! Добрый вечер, Европа! Добро пожаловать на третий конкурс исполнителей детской песни «Евровидение». Да, приветствует самый большой детский конкурс в мире. Сегодня вечером вы, десятки и десятки миллионов, вместе с нами будете присутствовать на этом замечательном вечере. Вы смотрите наш конкурс со всех концов света, разумеется, из Европы. И также США, Латинской Америки, Канады, России, Монголии, Китая, даже в Австралии, по всему миру. Нет, Марсель, не совсем. Только Северному и Южному полюсу не повезло, и они не смогут смотреть наш конкурс. А очень жаль. Бедные пингвины и белые медведи, только они не увидят нашей программы. Да, ну, нельзя объять необъятный Марсель. Но с нами почти вся Европа. Вот где она сидит. Все комментаторы Европы с нами. Здравствуйте. Готова ли Европа к этому крупному конкурсу детской песни «Евровидение»? Дамы и господа, сегодня перед вами 16 артистов из 16 стран. И этим ребятам от 8 до 15. И самое главное, они сами написали тексты песен и музыку. They have written the words, the lyrics, and the music for their songs themselves.
Мы вас только что познакомились с вами. Да, в этот вечер 16 финалистов из 16 стран покажут все, на что они способны. Они были перед вами. В этот вечер 16 финалистов покажут все, на что они способны. Они звезды нашего шоу. Пройдем к ним в фойе. Громкие аплодисменты для наших участников. Да, вы у себя дома. Вы себя чувствуете очень важным сегодня вечером, так как вы сможете проголосовать и решить, кто будет победителем этого конкурса. Мы вам этого все объясним чуть позже. Да. Сегодня вы готовы? Вы готовы к нашему шоу? Так. А сможете ли вы лучше, а? Ну-ка, громче! Вы готовы к нашему шоу? That's it. Yes. Yeah. Итак, мы начинаем. Let's start the program. Yeah, let's go. Here is song number one. Итак, песня номер один. Открывает конкурс дуэт из Греции. Александрос и Калли живут в городе Палаи-Пантели, недалеко от Афин. Оба учатся в школе и мечтают об успешной музыкальной карьере. Александросу 15 лет, Калли на 2 года моложе. «Наше время пришло», так называется их песня. «Пришло время для нового старта. Ты даешь мне силу мечтать и жить. Ты наблюдаешь за тем, как я расту и расправляю крылья. Но я хочу только одного – быть рядом с тобой, Александр». Расхудас и Калли Гергели, Греция. Βλέπεις αμέ, μεγαλώνω, πάντα εσύ μου οδηγείς. Μα τώρα ένα θέλω μόνο, με τα μάτια μου να δεις. Πιστεύω πως τώρα μπορώ κάτι να δώσω κι εγώ. Δεν είμαι μόνος, στο χέρι μου απλώνω σύμμαχο να βρω. Θέλω για τροχιά να ψάξω, να ζεστάνω στους πονούς και κάθε στιγμή να δράξω, οι καρδιές μας μιλούν. Όσα μου μάθες θα συνεχίσω με βήμα σταθερό. Спасибо, Калли. Ну что ж, выступать первыми всегда, всегда очень трудно, но прекрасное начало. Номер два, Даня.
Данию представляет Николай Кильструп. Он живет в городе Вейле. С 4 лет он занимается танцами в стиле хип-хоп. Некоторое время Николай учился в школе для одаренных детей, а затем сам создал школьную группу Dream Dance. Песню для конкурса написал год назад, специально для конкурса Евровидения. Николай не считает себя певцом, он настоящий рэпер. Shake, shake, shake – название его песни. Поет Николай, юный рэпер из Дании. Been on the spot, on the plane, real sight. If you tell it, then right, yeah, right. Then her pain is a sword, a boom. So I'm just a gang, then I press a school. But to a pop, bang, no fist, can you shoot? But by the show, say what you could do. Whatever, it can be long, if you can stop down. My knife was strong, or hair, cut a chair. When you should have been my nuts, at your head, I see. Hi, or I'll try to go to buy my men. Bonfire, cool, it's on my chair, see. Break, break from my chair, go up and down, shake, shake, shake. Slow, keep back, break. Here from my chair, see, damn, whoa, whoa. Round and round, up and down, free flow. Slow, keep hectic, that turns you got my electric. That's the truth, you have. Who the wicked, wicked, what? This is your exit, kid, with your bad fun. Who's gripping me up, so hot to hay? I'm spinning the moon, okay, jeg kunne ikke give op i sådan forsøg nummer et. Så jeg tænker ved mig selv, jeg må gøre mig fri. Det laver shake, shake, shake. For den går lige ned, hvad tror jeg det sker? Mine bukser falder ned. Oh. Hun får mig til at sige uh. Break, break, får mig til at gå up and down. Shake, shake, shake. Slow, keep back, break. Hun får mig til at sige day on the wow, wow. Round and round, up and down, we go slow. Николай из Дании. Ну а сейчас под номером 3 Ларена Елузич представляет Хорватию. Ей 10 лет. Ее брат Дина стал победителем детского конкурса песни Евровидения в 2003 году. Сейчас вместе с родителями и братом живет в Загребе, где ходит и в обычную, и в музыкальную школу по классу флейты и фортепиано. Кстати, в свободное время занимается дизайном ювелирных, да-да, ювелирных украшений для себя и для друзей. Название ее песни «Rock Baby». Ты слушаешь рок и даже не замечаешь меня на сцене Лорена из Хорватии. Не кажеш мені, бо
из Хорватии, Rock Baby. Спасибо, Лорена, Да, прекрасное представление. Но все наши участники сегодня победители. Они победители в конкурсах в своих странах. Каждый из них первый. Конечно. И сейчас они в Бельгии. Они приехали в воскресенье и были очень заняты все эти дни. Они пели, танцевали, работали со стилистами, визажистами. Очень много работали, Не только. Они веселились. Они, например, ездили в Брюссель. Вы ведь были в Брюсселе, да? Tess uit Nederland, je woont in België. Wat ben je zo allemaal gaan bekijken? What did you go sightseeing in Belgium? Mannekepis. Mannekepis? Ja, heel Brussel zo'n beetje. Ja. En Hasselt, alle winkels. Heb je iets gekocht in de winkels in Hasselt? Ja, schoenen en oorbellen en dat soort dingetjes. She went shopping and she went buying earrings, golden earrings. Yes. Yes, woo! And shoes, that's fun. And Philip, did you go to Brussels? Филипп, ты был в Брюсселе? It was very Конечно, nice. Это было прекрасно, это было прекрасно. Да, действительно, поездка в Брюссель, она была необычная. В этот день не было репетиций. Ребята просто отдыхали, они веселились. И сама поездка уже была интересной с самого начала. Они, конечно, подружились к этому времени. Они чувствовали себя как дома. Они знали, что их любят, что их ждут. Прекрасный, красивый город, в котором многие впервые. Многие любовались, конечно, знаменитый памятник мальчику, который, ну, своеобразно гасил много веков назад пожар, который был в Брюсселе. Ну и, конечно, тосты. Да, хотя и с чипсами, но все равно тосты за успех, за удачу. И улыбки. Улыбки они дарили просто так. И знаменитый шоколад. Да, шоколад. Сегодня можно и так. И макияж из шоколада. Это же великолепно. Мария из Швеции. Что тебе больше понравилось в Брюсселе? Шоколад. Life's too short for diet. Да. Yeah, that's true. Это правда. Life's too short for diet? My God, they eat nothing but French fries and chocolate. We have seen three countries so far, so that means... And now it's time Итак, мы слышали три песни, а сейчас четвертую. Румыния. А Румынию на этом конкурсе представляет Алина. Ей 12 лет. Она учится в школе музыки и искусств в Бухаресте. Участвует во многих детских песенных конкурсах. Кстати, в этом году третья премия на фестивале «Славянский базар» в Витебске. Хобби – музыка, рисование, путешествия, компьютерные песни, игры, песня «Цурай». Я хочу звонко петь до захода солнца, водить хоровод и танцевать до упаду. Поет Алина. Румыния. Hey!
Браво, Румыния. Спасибо, спасибо. Номер 5. Великобритания. Джонни Фуллер приехала из Великобритании. Она учится в Королевском музыкальном колледже, где изучает классическую музыку, хотя в свободное время предпочитает слушать рок. Хобби Джонни – кино и боулинг. Когда Джонни сочиняет песни, она делает это за роялем, а уже потом добавляет скрипичную партию. Как это почувствовать? Называется конкурсная песня. Как прекрасно, звезды в зимнем небе. Как это прекрасно. Джонни Фуллер, Великобритания. Someone comes and takes them away. How does it feel when the words just won't flow? How does it feel? Stars in our winter sky. And how does it feel? You close your eyes and dream you can fly. How does it feel living life on a high? Trying to get by. Don't run and hide. Nobody's searching. And don't try to walk away or step aside. You've been living life, passing time. So let it shine. Hey, there's a moment when when you close your eyes, how does it feel? How does it feel? How does it feel? You're waiting at the start of the show. How does it feel when the lights go down low? Джонни Фуллер, Великобритания. Yes. Let's continue with the show. We have seen five songs. Yeah. And it's time for song number six. Yes. And that's Sweden. Теперь номер шесть. Швеция. Дуэт «Плюс» — это Мария Йозефсон и Мария Шаф. Обе Марии живут в шведском городе Норрчопинге. Они дружат с 7 класса, вместе поют и сочиняют песни. Обе Марии очень любят вкусно поесть. Их девиз — «Жизнь слишком коротка, чтобы изнурять себя диетой». Сегодня они исполняют песню «Безграничная любовь». Я могла бы утонуть в твоих глазах. Никто другой мне не нужен. Когда я тебя вижу, мое сердце замирает. Дуэт «Плюс» — Швеция. Och kan man tro
Дорогие друзья, телеканал «Россия» ведет прямую трансляцию из бельгийского города Хасселта, где сейчас проходит конкурс детской песни Евровидения. И вот сейчас мы с нетерпением, конечно, волнением ждем выхода на сцену представителя России Влада Крутских и группу «Волшебники двора». Влад живет в Воронеже, я знаю, в Воронеже сейчас весь у телеэкранов. Там стоит огромный экран, и я думаю, что там много поклонников. Песня «Дорога к солнцу» написана Кимом Брейбургом-младшим и Артемом Кавалерьяном. Наш мир нарисован зеленым и синим, и солнце протянет нам золото нить. А эти дороги, как тысячи лет,
Влад, спасибо. Спасибо, Влад, спасибо Воронежу. Песню «Поцелуй в день рождения» будет исполнять Денис Димовский из Македонии. 7 лет Денис занимается музыкой. Он принимал участие во многих детских музыкальных фестивалях. Себя считает тихим и даже немного скрытным мальчиком. Очень любит играть на рояле. Его кумир – Лучано Паваротти. Мы с тобой танцуем в первый раз. И я не могу дождаться, когда ты подаришь мне первый поцелуй. Денис Димовский из Македонии. Македония. Спасибо, Денис. Да. Наше шоу действительно проходит очень хорошо. Все так красиво, так легко. Легко. Finally, it looks so easy. Да, иногда это так просто, просто. Это работа, это работа, работа и работа. It's so much work we made a film about it. Конечно же, ребята не только ездили в Брюссель, не только развлекались, не только ели шоколад и посещали аттракционы. Это репетиции, это хореография, это вокал, это работа перед камерой, работа на сцене, с микрофонами. Все это нужно было отрепетировать. Да, и живая скрипка, и живой голос. Все это необходимо. Работа для того, чтобы выйти на эту сцену, для того, чтобы показать себя, для того, чтобы представить свою страну. Да, были перерывы и могли играть на играх, но тем не менее, они все готовились к сегодняшнему дню. Сегодняшнему заключительному дню конкурса детской песни «Евровидение 2005».
Да, это много работы. И работа не впустую. Сегодня вечером должна появиться новая звезда. А те, кто смотрит у себя дома, должен решить, кто это, и проголосовать. Вам нужно позвонить по телефону, который вы видите на экране, и давай две последние цифры, номер присвоенной песни, которая вам больше всех понравилась. Если вы хотите послать сообщение, вы должны отправить номер песни по тому номеру, который вы видите на экране. Вот вы видите, под какими номерами выступают страны. Да, вы посылаете смс-сообщение на тот номер и плюс номер песни. Так, линии связи зарабатывают только тогда, когда мы прослушали все 16 песен. А теперь настало время наших соседей. Нидерланды! 14-летняя Тесс родилась в Амстердаме, но 3 года назад ее семья переехала в Бельгию и живет она на ферме. Впрочем, юной певице сохраняется голландское гражданство. В свободное время Тесс любит играть на дворе в футбол со своим братом Джоэлом. Песня Тесс о том состоянии, которое случается иногда в период влюбленности. Мне нужен лучший друг. Это сводит меня с ума. Я хочу, чтобы ты был рядом. И веду себя так глупо. Глупая, так называемая. Называется песня «Тесс», Нидерланды. Нидерланды. Номер 10. Филипп Вучич представляет Сербию и Черногорию. Учится в музыкальной школе, по классу фортепиано, с 4 лет поет. В хоре также занимается танцами. Он любит читать, смотреть телевизор, но больше всего петь и танцевать. Конечно, играет в футбол и баскетбол. И в будущем, помимо музыки, мечтает сделать что-то в области спорта.
Сначала любовь, а потом футбол. Это песня Филиппа из Сербии и Черногории. Выйдя с футбольного поля, вижу ветер в ее волосах. Сначала любовь, потом футбол. Филипп, Сербия, Черногория. Спасибо, Филипп. Правильно, сначала любовь, а потом футбол. Номер 11. Даниэль и Монта из Латвии выступает на конкурсе с группой Kids for Rock. Музыкальный вкус Даниэля, ударника и автора песен, очень определенный. Хард-рок, тяжелый рок. Даниэль умеет играть на многих музыкальных инструментах. Гитаре, бас-гитаре, рояле, аккордеоне, гармонике и даже немного на скрипке. Считает себя настоящим панком. Монта, вокалистка и автор всех стихов к песням группы. Маленькая симпатичная девчонка. Исполняет группа Kids for Rock, Латвия. Na 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 na
Итак, мы слышали пять песен. Вы должны решить, кто победит сегодня. Объявляю песню номер 12. Линдси из Бельгии. 11-летняя Линдси живет в небольшом городе рядом с Брюсселем. В семье она старшая из трех детей. Ее свободное время делится на три части. Занятия танцами, уроки гитары и еще Линдси любит поболтать с друзьями в интернете. В своей песне она рассказывает о своей мечте. Мне 10 лет, и я верю, что мир надеется на нас, что любовь и дружба идут вместе. И это та сила, которая рассеет все наши тревоги. Песню моей мечты поет Линдси, Бельгия. Спасибо Бельгии за гостеприимство.
А под номером 13 Теа Мальта. Сейчас ей 14 лет, она учится в 6 классе и в обычной, и музыкальной школе. А также серьезно занимается балетом. 6 лет Теа принимала участие в постановках детских мюзиклов. В этом году она стала настоящей телевизионной звездой. Теа ведет одну из программ мальтийского телевидения. Девочка сама пишет музыку и стихи. И свою песню она посвятила борьбе за мир во всем мире. «Сделаем лучше», поет Тео и друзья. Мальта. Спасибо, спасибо, Теа, Мальта. Да. Наши 16 артистов уже большие звезды в своих странах. Мы принимаем их, принимают звезд в Голливуде. Да, лимузины, красные дорожки. Охраны, очки, фотографы, журналисты, бассейны, Робби Виллис в бассейне на самолете. И, конечно, я с Робби Вильямсом, но не надо больше. Действительно, все было как у взрослых, но чуть-чуть лучше. Были лимузины и черные очки, и парадный выход. И вспышки фотокорреспондентов, и внимательный секьюрити, как бы чего ни случилось с нашими звездами. И, конечно, поклонники, которые вокруг, вот они, проходы по красной ковровой дорожке. Все как у взрослых, но чуть лучше, чуть веселее. И, конечно, естественно, и улыбки, и радость, и эти глаза, этот фейерверк для наших звезд, звезд конкурса Евровидения, и для будущих звезд, я уверен, кто-нибудь обязательно из них станет настоящей звездой, которая родилась сегодня на конкурсе детской песни Евровидения 2005. Так, внимательно следим за нашей программой. И сейчас Норвегия.
Малин, 9 лет. Она живет в Фронтхейме. Малин поет песни на диалекте своего региона. Она любит читать книжки о природе, о животных. Живет на ферме, где есть 65 лошадей, несколько собак и свинья по имени Гисса. Она также любит кататься на лошадях, а особенно на шотландском пони по имени Эдвард. Светит солнце, я надеваю мои летние туфли, и неважно, сколько будет, дважды два и трижды пять. Летние каникулы. Малин, Норвегия. Спасибо, Малин. Малин представляла Норвегию. Ну а сейчас на сцену выйдет Антонио Хосе. Он, как и все испанцы, любит музыку и футбол. В своей песне Антонио соединяет испанскую музыку фламенко с латиноамериканскими ритмами. Самые главные болельщики Антонио – это его родители, а также Монолита, домашняя черепаха. Я принес тебе цветы. Эту песню сейчас мы услышим. Я пришел, чтобы спеть для тебя мои стихи, мои песни. О, чарующая звезда, каждый мой шаг освещен твоим сиянием. На сцене Антонио Хосе, Испания. Yo me
Спасибо тебе, Антонио. Грасиас. Спасибо, Антонио. А сейчас Ксения Сидник. Я с ней познакомился на Славянском базаре в Витебске. Тогда она стала победительницей и стала просто звездой национального масштаба. Она родилась в 95 году в белорусском городе Мозыре. Учится в 4 классе. Песня «Мы вместе». Ксения Ситник, Беларусь. I am Ксения Ситник, and I will sing «Мы вместе». Спасибо, Ксения. Мы вместе, мы вместе. Ксения Ситник, Беларусь. Ça y est, vous avez eu l'occasion de voir et surtout d'écouter tout le finaliste parmi nous ce soir, le grand gagnant. Et la bonne nouvelle, c'est que dans quelques petites minutes, vous allez pouvoir décider et voter. Среди них победитель этого конкурса. Сообщаю вам добрую весть. Буквально через несколько минут вы, наконец, сможете проголосовать за вашу любимую песню. Выбирайте, кого хотите. Как это сделать? Возьмите телефон и наберите номер, который вы видите на экране. Если вы хотите, чтобы победила песня номер один, вы набираете номер и добавляете 01 в конце. Если вы желаете победы для песни, ну, например, 16, вы должны набрать в конце 16. Если вы хотите отправить СМС, вы должны написать номер песни и отправить на номер, указанный на экране. Понятно? Just SMS 01.
or 16 or any of the other numbers to the SMS number shown on your screen. Все номера вывезены на экране. Ну, еще раз напоминаю, на вашем экране появляются номера. Две последние цифры соответствуют номеру страны. Например, если вы хотите проголосовать за песню номер один, вы набираете ваш номер и добавляете в конце 01 и так далее до 16, что соответствует последней песне. Если вы предпочитаете голосовать с помощью СМС, пошлите его на тот же номер вместе с номером, который появится на экране. Да, точно. Да, внимание, вы не должны голосовать за свою страну. Да, естественно, строгий запрет голосовать за собственную страну. Это было бы слишком просто. Так, берите свои телефоны прямо сейчас. У вас всего 10 минут. 10 минут только. Уже через несколько секунд линии будут открыты. Не сомневайтесь, бегите к телефону. А если вы забыли, кто ваш любимый финалист, мы вам немедленно напомним о наших исполнителях. Да, если вы пока не знаете, за кого хотите проголосовать, мы предоставляем вам краткие сведения о каждом выступающем. Так, итак, вы готовы? Открываем телефон и начинаем вместе. 5, 4, 3, 2, 1. Линии открыты. Под первым номером выступал представитель Греции. Номер 2. Даня. Рэпер Николай. Хорватия. Третий номер. Рок Бэби. Румыния. Четвертый номер. Великобритания. Номер 5. Швеция. Шестой номер. Россия. Влад. Группа «Волшебники Дара». Дорога. Солнце. Македония. Восьмой номер. Номер 9.
Сербия, Черногория. 10-й номер. Сначала любовь, потом футбол. Латвия, номер 1. Rock for kids. Бельгия, 12 номер. Номер 13. Норвегия. Номер 14. Испания, 15-й номер. Ну и под 16-м номером выступала Ксения из Беларуси. Мы вместе. Я хочу напомнить, дорогие друзья, уважаемые телезрители, нельзя голосовать за свою страну. То есть мы, россияне, увы, не можем голосовать за Влада. Мы готовы принимать ваши звонки. У нас осталось всего 4 минуты, чтобы проголосовать за любимую песню. Поторопитесь и помните, что вы не можете отдавать голоса за свою страну. А сейчас что-то специальное. Давайте погрузимся в удивительный мир. Владик Мехкоступов, солист знаменитого цирка «Дю Солей», звезда современного циркового искусства, жонглер, акробат, танцор. Владислав Мехкоступов. Или просто Владик Мехкоступов. Get it down, 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 get it down
Восхитительно. Спасибо. Спасибо. Ну что ж, аплодисменты Владу. Amazing stuff from the Cirque du Soleil, Mr. Vladislav Mjakostupov. Alors, ça y est, les lignes sont fermées, c'est terminé. Yeah. Итак, наступает решающий момент. Приходит время завершить голосование. 10 минут истекают, осталось 5 секунд. There's no more votes coming in. Alors, nous avons reçu plein de votes. Il ne nous reste plus qu'à les compter. Donc, ça va prendre quelques minutes. OK. Don't call anymore так, now, никто больше не звонит, и мы начинаем отсчет. Спасибо, Мария Сабели. Спасибо. Thank you, Мария. Да, Мария Сабели, победительница детской песни Евровидения в прошлом году в Лиллехаммере. Итак, все голоса подсчитаны. Позвольте представить вам человека, который наблюдал за подсчетом голосов. Это мистер Сванте Стокселиус, представитель Европейского вещательного союза. Добрый вечер, Сванте! Все прошло успешно? Я знаю, вы прекрасно отработали, великолепно, великолепно. Ну, а каждая страна, если дает одинаковое количество баллов, как быть в этом случае? Ну, мы ждем результатов и смс-ок, и телефонных звонков. But now we have opened the satellite network. Сейчас мы открываем линию спутника. И теперь ждем результатов каждой страны. Я предлагаю вам начать звонить по странам. А если каждая страна дает 12 баллов наибольшей понравившейся песни, 10 той, что займет второе место, и 8 до 1 балла всем оставшимся. Марин, как ты считаешь, разве все эти дети, разве они не заслуживают 12 баллов? Ну, хотя бы потому, что они сумели попасть сюда, а? Все они победители. Давай для начала дадим им всем по 12 баллов. 12 баллов получает каждая страна. Ну, а есть что для меня? Ну, какие баллы? Ну, ты ведь ничего не успел, так что 2 баллов не полагаются. Но настало время назвать первую страну. Это Кипр. В последний момент Кипр не смог принять участие в нашем шоу, но шоу показывают на Кипре, и телезрители Кипра смогли проголосовать. Добрый вечер, Кипр. Добрый вечер, Хасл. Это не Хазия звонит. Итак, первые 5 оценок от Кипра. Одно очко Черногория, 2 Нидерланды, 3 Россия, 4 Бельгия, 5 Норвегия. 3 points pour la Russie. 4 points for Belgium. 4 points pour la Belgique. And 5 points for Norway. Et 5 points pour la Norvège. Итак, первые оценки. Okay, Cyprus, can we now из Никосии, Кипр. Your points, please. Ну и ваши основные оценки. Yes, sure. 6 points. 6. Go to Denmark. 6 баллов. Дании. 6 points for Denmark. 6 points pour le Danemark. 7 points. 7 баллов. Беларусь. 7 points pour la Biélorussie. 8 баллов. Испания. 8 points for Spain. 8 points pour l'Espagne.
10 баллов Румынии. 10 и наивысший балл, 12 очков. Finally, 12 points go to Greece. Греция. Греция получает первую наивысшую оценку. Спасибо, спасибо большое. Кипру, спасибо большое, Стелла Мария. Ну, теперь Греция, позвоним в Грецию. Here are the first four points of the Greek vote. Первые наши пять оценок. Un point pour Malte. Одно очко. Мальта. Два балла. Бельгии. Три. Латвии. Четыре. Нидерланды. Три points for Latvia. Quatre points pour les Pays-Bas. Four points for the Netherlands. И пять баллов. Points pour la Russie. And five points. Россия. Can we have the rest of your points, please? Ну, оставшиеся оценки? Yes, of course. Можете? Да, конечно. Six points go to Norway. 6 баллов отправляется в Норвегию. Six points for Norway. 7 points go to Denmark. 7 очков получает Дания. 7 points for Denmark. 8 points go to Belarus. 8. Belarus. 8 points for Belarus. 10 points go to Romania. Romania. 10 points for Romania. And finally. И наконец. 12 очков получает Испания. И вот первая пятерка: Испания, Румыния, Беларусь, Дания, Греция. And so we go. И сейчас slowly but surely to Denmark. Мы звоним в Данию. Добрый вечер, Дания. Good evening, Belgium. Добрый вечер, Бельгия. Let's have a look at the first Danish points. Первые оценки Дании. One point for Russia. Один балл России. Two points for Croatia. Два. Хорватия. Три. Великобритания. Четыре. Испания. И пять очков Мальта. Так, Каролина из Дании, но оставшиеся оценки? Можешь? Да, конечно. Беларусь. Шесть очков. 6 points for Belarus. 6 points pour la Biélorussie. Greece, 7 points. Греция, 7 баллов. For Greece. 7 points pour la Grèce. Sweden. Швеция. Sweden. 8 points. 8. That 8 points for Sweden. Suède, 8 points. The Netherlands. Нидерланды, 10 очков. 10 points for the Netherlands. 10 points pour les Pays-Bas. And finally, 12 points goes to Norway. И 12 очков получает Норвегия. Итак, Испания, Норвегия, Беларусь, Румыния, Греция. Спасибо, спасибо большое, Дания. And now let's go Croatia. И теперь отправляемся в Хорватию. Добрый вечер, Хорватия. Привет, Хасл. Yes, let's have a look at your first five points. Можем ли мы увидеть первые пять оценок? Un point pour la Belgique. One point for Belgium. Один балл Бельгии. Two points for Romania. Two points for Romania. Два получает очка Румыния. Три Норвегия. Quatre points pour l'ex-république yougoslave de Macedoine. Четыре Македония. Four points for the former Yugoslavian Republic of Macedonia. Et 5 points pour la и пять отправляются, пять баллов отправляются в Латвию. Rest of your points, please. Yes, of course. Six points goes to Serbia and Montenegro. Шесть очков получает Сербия и Черногория. Six points for Serbia and Montenegro. Seven points go to Spain. Семь баллов отправляются в Испанию. Seven points for Spain. Eight points go to Denmark. Восемь баллов получает Дания. Eight points for Denmark. Ten points go to Belarus. 10 баллов отправляется в Беларусь. Ten points for Belarus.
And finally, 12 points баллов. Go to Greece. Получает Греция. Так, Испания, Беларусь, Греция, Норвегия, Румыния. Такова пятерка. It's very exciting. Yes. You can see it on your screens. 43, 43, 43. По 43 очка, первая тройка. Бунасара, Румыния. Добрый вечер, Румыния. Добрый вечер, Беатрис. Привет, Хасл. Итак. One point to Latvia. Один балл Латвии. Two points for the Netherlands. Два балла Нидерланды. Три балла Дания. Четыре балла Россия. И пять баллов Норвегия. Итак, Беатрис, наивысшие оценки каковы? Можешь назвать? Да. Шесть очков Греции. Семь баллов Бельгии. Восемь баллов Македония. Десять баллов получает Беларусь. И наивысший балл получает Испания. Спасибо, спасибо большое, Румыния. Счастливо. Ну а теперь Великобритания. Добрый вечер. Hello, Hassel. Vicky calling. Вики звонит. Let's have a look at your first five points. Итак, первые пять оценок. We seem to have a technical problem. Ну, небольшие технические проблемы. Yes. We're probably going to start again with the first five points. Так, первые пять оценок. London. Из Лондона. Okay. Just wait in London, Vicky. Yeah. We have a little of a problem here in Hassel. Yeah. But we're still it. Here. We're here. Fun. Are we having fun? Yeah. We're having fun. Good. They having fun. Зал с нетерпением ждет оценок из Лондона. That somebody will tell us how we're going to proceed with the voting and how we're going to. Вот, очень интересно, что несмотря на технические проблемы, удивительная атмосфера в зале. Удивительная. Все переживают. Это не просто зрители, это болельщики. Ну что ж, а ведущий отправляется в следующую страну. Вот они, те, кто приехал, чтобы поболеть за своего участника, за свою страну. И все они действительно находятся на великом шоу, на великолепном красочном празднике. И самое главное, это улыбки детей, улыбки участников. We don't have the scoreboard now, but if I remember very well, we had about four countries in the lead, which means like. Да, действительно, четыре страны сейчас лидируют, мы видим по очкам. Сегодня ночью все-таки будет назван победитель. Да, вот она, атмосфера. Все радуются. Вне зависимости от того, сколько баллов кто получил. It's good. Let's go United Kingdom. The first five points are. Ну, опять же, мы ждем вместе с ведущими первые пять оценок из Великобритании. И, наконец, да, они идут, они приходят. Дания. Один балл. Два балла Россия. Три Румыния. Четыре Македония. И пять Латвия. London, can we have the rest of your points, please?
Вики. Hello again. Yes, again. Привет еще раз. Мы слышим голос из Лондона. А, yeah. Вот и она сама. Yeah. 6 points go to Greece. 6 баллов получает Греция. 6 points to Greece. 7 points go to Netherlands. 7 points for Norway. Just a second, Vicky. 7 points for the Netherlands. 8 points for Norway. 8 points for Norway. 10 points go to Belarus. 10 баллов Беларусь. 10 points for Belarus. And 12 points go to Spain. И 12 Испания. 12 points for Spain. Thank you, Vicky. And now let's call Sweden. We're gonna call somebody in Stockholm. Ну а теперь звоню Швецию. Есть там в Стокгольме, а? Добрый вечер. Can you hear me? Good afternoon. Yes, we can. Mm-hmm. Да, мы можем дать оценки. Good evening. We're going to have a look at your first points in Sweden. Sweden is given 1 point to the former Yugoslavian Republic of Macedonia. Одно очко. Македония получает. 1 point pour l'ex-république yougoslave de Macédoine. 2 points for Latvia. 2 points pour la Lettonie. Латвия. 3 points for Croatia. 3 очка. Хорватия. 4 points for la Croatie. 4 points for Romania. 4 points pour la Roumanie. И 5 очков. И 5 points pour la Grèce. Греция. Now come on, Sweden. Can we have the rest of your points, please? Of course. Можешь ли основные оценки? Белорусь. 6 points. 6 очков. 6 points for Belarus. 6 points pour la Biélorussie. 7 points goes to the Netherlands. 7 очков. Нидерланды. 7 points to the Netherlands. 7 points pour les Pays-Bas. 8 points goes to Spain. 8 очков. 8 points Испания. 8 points for l'Espagne. 10 points goes to Norway. 10. Норвегия. Sorry. No, sorry. Yes. She's given 10 points to Denmark, not to Norway, to Denmark. Oui, 10 points pour le Danemark. А все-таки в Дании поправляет ведущий. And. And Sweden's 12 points goes to Norway. И 12 идет в Норвегии. Вот в чем дело. Спасибо. Спасибо, Швеция. Спасибо, Стокгольм. Okay, now let's go Russia. Ну, теперь Россия. Good evening from Moscow, and now the first results of the Russian voting. Так, ну что же Россия? Что дадут наши телезрители? 1 point for the Royaume-Uni. Russia is giving 1 point to the United Kingdom. 1 балл Великобритании. 2 points for the Norway. 2 балла Норвегии. 3 points for the Romania. 3 балла Румыния. 4 points Нидерланды. 4 points for the Netherlands. 5 points for Lithuania. Латвии. 5 points for Latvia. Can we have the rest of your votes, please? Ну и оставшиеся оценки, можешь? Okay. Да. 6 points go to Denmark. 6 баллов получает Дания. 6 points for Denmark. 7 points go to Greece. 7 баллов Греции. 7 points for Greece. 8 points go to Spain. 8 баллов Испании. 8 more points for Spain. 10 баллов. Go to Macedonia. О, 10 баллов Македонии. Ex-Republic Yugoslav de Macedoine. 10 points for the former Yugoslavian Republic of Macedonia. And 12 баллов. Go to. No. Беларусь. 12 points for Belarusia. 12 points for Belarus. 12 баллов Беларуси, 12 баллов Ксении. And next, call the former Yugoslavian Republic of Macedonia. Ну, а сейчас мы звоним в Македонию. Скопје. Здраво, Хасот. Hello, Хасот. Привет, Хасот. Here are the first points. Of the Macedonian vote. Итак, первые Good. Оценки Let's Македонии. Да, Россия получает 1 очко. 1 point for Russia. 1 point for Russia. 2 points for Latvia. 2 балла Латвии. 2 points for Lithuania. 3 points for Greece.
3 балла Греция. 4 Румыния. И 5 Норвегия. Ну и оставшиеся оценки. Да. 6 баллов Испании. 7 баллов Беларусь. 8 баллов Хорватии. 10 баллов Сербия, Черногория. 10 points pour la Serbie et le Montenegro. And 12 points goes to Denmark. 12 баллов Дании. And 12 points for Denmark. 12 points pour le Danemark. Рэпер Николай из Дании. Thank you very much. Фазе из Скопья in the former Yugoslavian Republic of Macedonia. So far, we've got the votes. Итак, подсчитаны половину голосов. Посмотрим на табло. Итак, через несколько минут мы узнаем, кто станет победителем. Итак, вернемся к результатам голосования. Позвоним в Нидерланды. Добрый вечер, Нидерланды. Hello, Hassel. Привет, Хасл. What a great show. Это было великое представление, великое шоу, да. Можем ли мы увидеть твои первые 5 оценок? Un point pour le Royaume-Uni. Netherlands is giving 1 point to the United Kingdom. 1 очко Великобритании. 2 Хорватии. 3 Македонии. 3 points for the former Yugoslavian Republic of Macedonia. 4 балла получает Беларусь. 4 points for Belarus. 5 Румыния. And 5 points for Romania. Can we have the rest of your points? Ну и оставшиеся наивысшие баллы можешь назвать? Yes. Да, конечно. 6 баллов for Greece. Греция. 6 points for Greece. 6 points go to Greece. 7 points for Denmark. 7 баллов Дании. 7 points for Denmark. 8 points for Spain. 8 баллов Испания. 8 points for Spain. 9 points for Norway. You mean 9 или 10? Что ты имеешь в виду? Да, 10 баллов Норвегии. 10 points go to Norway. И, enfin, и... And finally, 12 points for Belgium. 12 баллов в Бельгии. Merci, and 12 points for Belgium. Merci. Oh, my God. Yes. Так, вот пятерка лидеров. Испания, Беларусь, Норвегия, Греция, Дания. We needed that here. Yes. Okay, and we still have a lot of more votes to come in, so everything can happen. Все может случиться. Let's now call Serbia and Montenegro. Сейчас мы звоним Сербию и Черногорию. Добрый вечер. Йована, добрый вечер. Good evening from Montenegro Television Studio. You were all great, especially little Eurovision singers, and I'm sending them a kiss right now. Anyway, this is how the jury audience in Serbia and Montenegro has voted. Итак, результаты Сербии и Черногории. Первые оценки. Giving 1 point to Russia. 1 балл получает Россия. 2 балла получает Латвия. 3 балла Норвегия. 4 балла Греция. И 5 баллов Дания. Now, Johanna, can we have the rest of your votes, please. 6 points. 6 баллов. Goes to Croatia. Хорватия. 6 points for Croatia. 6 points pour la Croatie. Что происходит в зале? Это Румыния. Румыния. 7 points for Romania. 7 points pour la Roumanie. 8 points.
points from Serbia and Montenegro. 8 баллов. And 8 points for Belarus. Да, Беларусь. Получаем Беларусь. От Сербии. Former Yugoslavian Republic of Macedonia 10 points. Македония 10 баллов. And finally 12 points from Serbia and Montenegro to Spain. И от Сербии и Черногории 12 баллов Испании. Thank you very much. Спасибо большое Сербия и Черногория. Let's go Latvia. Отправляемся в Латвию. Добрый вечер, Латвия. Рига calling. Рига звонит. Okay, let's have a look at your first five points. Наши первые 5 оценок. Un point pour les Pays-Bas. One point for the 1 балл получает Нидерланды. 2 Великобритания. 3 Румыния. 4 Македония. 5 Испания и 5 points for Spain. And 5 points for Spain. Так, первые 5 оценок. Can we have the rest of your votes, please? Of course. Можете ли вы назвать оставшиеся оценки? Да, конечно. Дания 6 баллов. Denmark 6 points. 6 points for Denmark. Belgium. Бельгия 7 баллов. 7 points for Belgium. Норвегия 8 баллов. 8 points for Norway. 10 points for Russia. 10 баллов России. Спасибо, спасибо, Рига. And finally, 12 баллов goes to Belarus. Беларусь. Вот таковы оценки. Латвия, спасибо, спасибо, спасибо. And now we're gonna go live to Belgium. Ну а теперь мы здесь, в Бельгии, слушаем бельгийское жюри оценки. Такой удивительный зрительский зал, они все переживают, все аплодируют, ждут. Первые оценки. Македония. 1 балл. 1 point for the former Yugoslavian Republic of Macedonia. Великобритания 2 балла. 2 points for the United Kingdom. 3 балла получает Россия. 4 Румыния. 4 points for Romania. 5 Беларусь. And 5 points for Belarus. Much. Интересно, кто же получит оставшиеся наивысшие оценки. Yes, he's standing in the back of the hall. Yes. I can see him from here. I can wave to you now. Hey, ты стоишь рядом, я вижу тебя. You're doing it very well. Can we now have the rest? And most of your fans are here too. Can we now have the rest of the Belgian points, please? Итак, оценки Бельгии. 6 баллов. Греция получает. 6 points for Greece. 6 points pour la Grèce. 7 баллов Норвегии. 7 points for Norway. 7 points pour la Norvège. 8 points go to Denmark. Дания 8. 8 points pour le Danemark. 10 points go to Spain. 10 баллов Испании. Pour l'Espagne. And then finally и 12 очков. О, 12 очков отправляется в Нидерланды. Итак, вот она пятерка. Испания, 124, Беларусь, 117, Норвегия, 98, Дания, 91 и 86. Спасибо, спасибо большое, Бельгия. Ну, а сейчас мы отправляемся на Мальту. Добрый вечер. Привет, Хасел. Yes, let's have a look at here are the first points of the Malta vote. Great, thank you. Итак, первые 5 оценок из Левалетты. 1 point for Russia. 1 очко России. Маловато Мальта. 2. 2 points for the former Yugoslavian Republic of Macedonia. 2 Македонии. 2 points pour l'ex-république yougoslave de Macédoine. 3 points pour la Lettonie, voilà. Латвия получает 3 балла. 4 points pour la Belgique. 4. Бельгия. И Великобритания 5 баллов. Ну, оставшиеся оценки, пожалуйста.
6 points go to Spain. 6 баллов отправляется в Испанию. 6 points for Spain. 7 points go to Denmark. 7 отправляется в Данию. 8 points go to Netherlands. В Нидерланды. 8 points for the Netherlands. 10 баллов. Go to Norway. Отправляется в Норвегию. And the 12 points. И 12 Беларусь. Так, внимательно смотрим на табло. Испания 130, Беларусь 129, Норвегия 108, Дания 98, 86. Осталось только 3 страны. Так, Норвегия. Ты готова? Привет, Хазл. Hello. We're gonna have a look. Привет, Норвегия. И первые оценки. Good. Here are your first points. The points from Norway. 1 point. Одно очко. Латвия. 2 points go to Sweden. 2 очка получает Швеция. 3 points go to Croatia. 3 Хорватия. 4 points go to. 4 Нидерланды. 4 points pour les Pays-Bas. И 5 Россия. Et 5 points pour la Russie. Okay, Norway. Now let's have the rest так, of your points. Спасибо, Норвегия. Ну и оставшиеся оценки. Of course. 6 получает Испания. 6 points for Spain. 6 points pour l'Espagne. 7 points goes to Romania. 7 баллов получает Румыния. 7 points pour la Roumanie. 8 points goes to Belgium. Бельгия. 8 points for Belgium. 10. Беларусь. 10 points for Belarus. 10 points pour la Biélorussie. And finally, 12 баллов получает Дания. Так, Беларусь выходит в лидеры. Далее Испания, Дания, Норвегия, Греция. And good evening, Caroline. See you next time. Увидимся в следующий раз. О, Испания, buenas noches. Добрый вечер, Гонзало. Звонит Мадрид. Да, голосование. Первые 5 оценок. 1 балл получает Македония. 2 Греция. 3 Латвия. 4 Нидерланды. И 5 Бельгия. Так. Таковы оценки Мадрида, но оставшиеся баллы сможешь назвать? Да, 6 очков получает Россия. 6 points for Russia. 7 очков Дания. 7 points for Denmark. Норвегия. 8 очков. 8 points for Norway. 10 points go to Belarus. 10 очков получает Беларусь. 10 points for Belarus. И enfin. И 12 очков. О, получает Румыния. Так, Беларусь в лидерах. 149 очков. Отрыв. Далее идет Испания. 136 очков. И осталась последняя страна, которая еще не проголосовала. Ну, добрый вечер, Беларусь. Добрый вечер, Минск. Hello, Hassel. Minsk. Минск звонит. Here are the first points of the Belarusian vote. Итак, первые 5 оценок. Оценки. Бельгия 1 очко. Великобритания 2 очка. United Kingdom. 2 points pour le Royaume-Uni. 3 очка Румыния. 3 points pour la Roumanie. 4 points for Denmark. Дания 4 очка. 5 очков в Нидерланды. Так, Роман, ну и оставшиеся наивысшие баллы сможешь назвать? Да, конечно.
6. 6 очков получает Латвия. 7 очков получает Норвегия. 10 очков. Македония. 8 points for the former Yugoslavian Republic of Macedonia. 8 points for l'ex-Republic Yugoslave de Macédoine. And now 10 points. 10 очков получает Испания. 10 points for Spain. 10 points for l'Espagne. And finally, 12 очков. Ну, о, Россия! 12 очков! Спасибо, Роман! Спасибо, Минск! Спасибо, спасибо большое, Беларусь! Спасибо большое, Минск! И победитель конкурса детской песни Евровидение 2005! Беларусь! Ну, поздравляем, поздравляем Ксению. Ксению Сидни, конечно, и всех, кто ей помогал, всех, кто переживал за нее. Да и мы в том числе, конечно, конечно же, хотели бы, чтобы кто-нибудь из наших друзей победил, из наших родных. Да, Беларусь победила, мы рады за Ксению, мы радуемся. Радуемся, что она действительно стала победительницей третьего конкурса детской песни Евровидение 2005. Так, давай, давай, Ксения, вперед на сцену. Поздравляем Беларусь! Да. Поздравляем, поздравляем Ксению, ты победительница, и мы очень рады, что ту песню, которую ты спела, спела на русском языке, мы вместе, она стала... Все же плачет. Ксения и Беларусь получат трофей Junior Eurovision Song Contest out of the hands of Maria Isabel. И ты получаешь приз, приз победительницы из рук Марии Сапель, которая была победительницей в прошлом году. Вот он, самый интересный момент, который наверняка останется в памяти у Ксении на всю жизнь. И мы свидетели этого момента, мы в прямом эфире. Ксения, Ксения, мы поздравляем тебя. Are you happy? Are you ты счастлив? How happy are you? Very очень happy. Very, very, very happy. Конечно, что за вопрос, что за вопрос? Я не знаю, что за вопрос. She can't speak anymore. Look at them. Are you gonna do the song once more? Are you gonna sing again? Ты сможешь петь еще раз? Yes. Yes, of course. Да, конечно, конечно. Are they quit? Я думаю, Ксения до сих пор еще не понимает, что произошло. Okay, you can go there. Thank you very much, Maria Isabel. Спасибо, спасибо, Мария Изабель. Yes. Yeah. Go over there, prepare yourself for the song. Congratulations. Yeah, you can go there on stage. We're gonna keep the trophy for a while. Приз остается здесь, на сцене. Конечно, он отправится в Минск. About the kids and take a quick look at what happened backstage, you can visit our website. Ну, а вы можете, конечно, посетить наш веб-сайт. Да, вы можете получить DVD, на DVD все наше шоу и на CD, на CD все песни, которые прозвучали здесь. Но самое главное, если вы хотите стать звездой, и вам от 8 до 15 лет, и вы талантливы, напишите песню, и в следующем году конкурс ждет вас. Alors si tout ça vous a donné envie, que vous êtes jeune entre 8 et 15 ans, que vous avez du talent, да, n'hésitez Марина, pas, écrivez да, vos chansons dès ce soir, et peut-être que vous aurez l'occasion de se retrouver à la place du grand gagnant. Maybe you might be the winner. Our job is done. Oui, notre mission s'achève ici. Did you enjoy the show? Ну, вам понравилось наше шоу? I think so. Да, нам okay, тоже. Let's нам тоже. Good evening. Let's enjoy the winner of this year's, приятного вечера. This year's song contest is from Belarus, Ksenia with My Voice. Да, ну и, конечно же, песня победительницы. Ксения поет песню «Мы вместе».
телеканал России заканчивает свою первую трансляцию третьего конкурса детской песни Евровидения. Мы поздравляем Ксению. Мы рады все-таки за Влада Крусских. Он пошел десятку. Мы вместе. А с вами сегодняшний вечер на телеканале Россия провел Юрий Николаев. Наши поздравления Ксении. До новых встреч!